Ford Vasco da Gama. Конечно, помучился немножко сюда ехать, но зато посмотрите, какой великолепный вид здесь открывается. В принципе, можно по вот этой стенке прогуляться дальше. Не знаю, пойду или нет. Вид, конечно, потрясающий. Ведь держали наверняка здесь оборону от каких-нибудь корабликов. Там вон дальше у нас получается пляжик какой-то. В общем, классный вид. Честно, скатайтесь. Я, конечно, не в Бразилии, где много-много диких обезьян. Но здесь их тоже немало. Причем те еще бабуины. Надо было, наверное, корм взять. Ну, не знаю, сейчас, может быть, с супругой вернусь. Может быть, и с кормом будем. Но все-таки не смог я не заснять свою заплывшую морду. Может, она не заплывшая, конечно, на данный момент. Но вот в таких вот красотах. Вот в таких вот красотах отдыхаем. Все почему? Потому что есть байк. Вот примерно так.